Привет, друзья! Сегодня у нас обедня 2 с Андреем Микулиным. И для этой обедни вам потребуются вот такие обыкновенные напольные весы. И вам потребуется вот такой таймер. И ваша массажная кушетка. Ну, я, так как я писал только что ролик для продвинутых, у меня осталось вот это бревнышко здесь. На самом деле у вас может быть любая подложка, но весы должны лежать, они должны имитировать тело человека примерно на высоте. Мы на этих весах ставим 0, 0. Рядом находится таймер и делаем следующее, ребята. Мы просто берем, запускаем таймер и становимся на пальцы, ребята, и держим максимальное количество килограмм, 25, на прямых пальцах. Двумя руками. 30 секунд. Уменьшаем на 5 килограмм, 20. Подстраиваем пальцы. Уменьшаем еще на 5 килограмм. При этом выпрямляемся на прямых руках. Держим пятнашку. Следим за дыханием. Так вы будете давить у меня на 2К. На человеке. Уходим на 10-ку. Выпрямляем спину. Просто держим 10-ку. Стараемся, чтобы 10-ка не шевелилась на весах. Если у кого пальцы посинели, почернели, бросайте. Уходим на 5-ку и держим, ребята, 3 пальцами 5-ку. 2 пальцами 5-ку. Одним пальцем 5-ку. А теперь встали и взяли максимальный вес, какой только можно. Держим этот вес, друзья, ровно полминуты. Если Вася сдох, это значит Вася сдох. Если Вася не сдох, это хорошо. А теперь, друзья, локтем держим максимальный вес. Замечательно. Все, ребятки. Девочки делают мне вот так, а мальчики делают вот так.